этой частушки. Вот. Ну, мы начнем по-настоящему, мы начнем с Былины, одобрения Китча. С праздником, кстати, с праздником всех со встречи. В этой Былине как раз тоже вот такая встреча, когда Добрыня Никитич проезжал коня своего по полю между трех дорог, и навстречу ему старый старушек, она ему давай рассказывает, что у него дома происходит за то время, пока он в поле был. Это, конечно, не встречи, а давно встречи тоже. И вот наш добрый, а вот